Алиев сначала согласился, а потом струхнул. Армения Тудей. Президент Азербайджана Ильхам Алиев сначала согласился дать интервью о войне в Нагорном Карабахе немецкому изданию Bild. Но потом передумал. Сейчас президент почему-то больше этого не хочет. «Каких вопросов вы боитесь, господин президент?» Обратился к Алиеву в своем микроблоге в Twitter журналист упомянутого издания Пауль Ранцхаймер. И уведомил его, что премьер-министр и президент Армении, напротив, уже общались с Bild. И ничего, обошлось. Ранцхаймер написал также, что когда он вел репортаж из Армении, власти Азербайджана жаловались, что Bild не слушает обе стороны, и идею интервью с президентом предложили именно они. Я, конечно, согласился. А они теперь больше не хотят. Быть может, в этом и кроется причина, по которой они находятся на 168-м месте в индексе свободы прессы, Press Freedom Index, недоумевает немецкий журналист.